такое семья? Семья – это, прежде всего, поддержка. Семья – это взаимопомощь. Семья – это там, где ни один, один не справится, справится те, которые будут. Новое направление региональные штабы Комитета семей воинов Отечества откроют в различных городских округах. Встречу с представителями муниципалитетов-первооткрывателей и руководители штаба провели в Одинцовском центре поддержки участников спецоперации и их семей. Мы обсуждали главный вопрос. Задача комитета является помощь и поддержка семей защитников нашего Отечества, ребят, которые находятся сегодня на передовой. А мы, как созданный комитет, готовы поддерживать семьи, которые находятся в тылу. Ну и всячески поддерживать не только семьи, но и ребят, которые тоже находятся на передовой. Штаб будет оказывать содействие по различным направлениям. Гуманитарная помощь, решение бытовых проблем, устройство детей в дошкольные учреждения и многим другим. Вопросы очень разные. Иногда они касаются не только региона, но они требуют какой-то дальше поддержки в других регионах. А поскольку Комитет семей воинов Отечества имеет свои штабы во всех регионах страны, то у нас взаимодействие очень тесное. Комитет семей воинов Отечества будет тесно сотрудничать с центрами поддержки участников спецоперации и их семей. Эти две организации дополнят работу друг друга и будут решать проблемы сообща. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».